кто-нибудь взрослый есть дома? Нету. Ясно. А когда придут, не знаешь? Никого нету. Понятно. А что она вам рассказала, как вообще все произошло? Ну вот, что нечаянно выпала, пошла в магазин с жвачкой дочка. Почему-то через окно. Хотя старший брат был дома, ну папа тоже, Кирилл был дома. Ну хорошо, что хоть одетая была, слава богу. А мама где была? Они поехали по делам, им надо было какие-то документы отдавать. Угу. Они буквально вот разминулись 5 минут с бабушкой. Буквально вот 5 минут. Но у них дети хорошие, они никогда никуда не лезут, в общем. Семья-то замечательная. Я сначала не поверила Кириллу, это ее брат. Угу. Я выбежала к ним с окна, смотрю, и ребенок действительно лежит. А что он сказал? То есть стучался, что сказал? Стучался, сказал, что вот его брат с моим сыном учится. Угу. Вот. Стучался, говорит, тетя Гуля, вызывайте скорую. У меня сестра упала, так вот. Ну, я посмотрела, сама убедилась, что вот так вот скорую вызываем. Соседу позвонила, тоже вызывает скорую. Угу. Ну, при этом уже женщины появились, ее бабушка как бы. Угу. После этого бабушка позвонила маме, папе. Все. А как так получилось, что она упала? Ну, кто-то объяснил? Я вот тоже не могла понять, как она. Она сама самостоятельно открыла, получается, окна как бы. Угу. Я не знаю, она, может, хотела посмотреть. Или голова покружилась, что упала.